Всем привет! Я хочу вам сегодня быстренько показать, что мы себе купили из посуды. А еще у меня в планах снять видео о том, какие игрушки мы купили, климу, одежду какую. А еще я в этом месяце себе купила много уходовой косметики. Я все еще очень преданно и люблю Мэри Кей, но немного тоскливая эта косметика, ничего нового, все одно и то же на протяжении стольких лет. Хочется что-нибудь новенькое. Ну так вот, если вам интересно, оставайтесь со мной. Вот такое стекло мы купили. Очень классные стаканы под воду, под соки. Они идут специально под воду. Такие стеклянные чашки для салатов. Это на случай, если к нам кто-то придет. Это нам на двоих-троих салатик помешать. Очень классная и удобная форма. И салат не очень красиво смотрится. А еще вот такие вот бутылочки. Они предназначены изначально для сыпучих. Тут такая была резиночка, я ее убрала. Потому что сыпучие я в них хранить точно не буду. Мне кажется, очень красиво смотрится. Я давно хотела что-то такое, именно прозрачное. Мне кажется, будет красиво еще какие-нибудь яркие конфетки, мармеладку сюда сложить. ММДМС очень классно. Еще я купила такие стаканчики. Они супер, вообще не остается на них никаких пятен от чая, даже если чай или кофе долго постоит. Супер, и расцветка такая приятная, кремовая. Это фирма Fishman. Наверное, Fishman. Очень классная, там были всякие яркие штучки, мне безумно понравились, хлебницы, я обязательно туда еще схожу и докуплю, я люблю, обожаю все яркое, и вот, это тоже та же фирма. Я очень давно хотела купить себе стаканчики какие-нибудь одинаковые в одном стиле, но не находила, вот, в общем, везде все китайское, обычное, а это мне показалось оригинальное. Вот эти тоже стаканы здесь, к сожалению, нигде не написано. Но это тоже эта фирма Fishman. Они сделаны из бамбука. Их даже можно мыть в посудомойке. У нас, конечно, ее нет, но это хороший знак. Это значит, что они краску никак не выделяют. И на них тоже не остаются пятна. Не нужно порошком отмывать или содой там. Я жалею, надо было купить 2 салатных. Потому что оранжевый цвет я вообще не люблю, можно сказать, даже ненавижу. Это не мое. И последнее, что бы я хотела вам продемонстрировать, это такие контейнеры. Их можно использовать по-разному. Они стеклянные, можно как масленку. Вот так. Но я использую больше в таком виде. Одна у меня была очень давно, она постоянно в ходу. И мне не хватало еще одной. Я нарезаю сюда, например, колбасу, а сюда сыр. Я не люблю много раз пачкать доску, я нарежу много колбасы и много сыра. И очень быстро он у нас уходит. Очень удобные штучки. А еще мы купили вот такую классную шторку с рыбками. Климка безумно любит рыбок и все, что с ними связано. Из посуды все на сегодня. Если вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить лайки. А тот, кто впервые видит, подписаться на мой канал. Всем пока!